Всем привет, с вами команда Милок, и сегодня на обзоре у нас Мил Феникс. Мил средней твердости и средней плотности. Он белоснежный, хрустящий и очень напудренный. У него очень насыщенный меловой вкус, вкус свежести, немножко побелки. Откусывается без усилий и с хрустом. Хрустит недолго, превращается в мягкую кремообразную массу. Немножко сладковатая, послевкусие можно уловить. Вообще, Феникс очень часто недооценивают. Хотя зря. Очень интересный сорт. Такой прям золотой середины.